Встречи с прощающей вечностью, все накопленные знаки и знания, обреченность решил неизбежности. В этом мире все пахнет сыростью, одинокие души прячутся пропитанной божьей милостью, но чего-то не получается. Разрушаем себя заботами, революциям душам мелкие будет пахнуть всегда болотами, если мы не изменим мнение. Множество женщин немыслимо умирают в девчонках матери, обещали почтампы письмами, оставлены добродушной скатертью, а мужчины как будто вымерли, руку жмут за прощение. Мы считаем людей по имени, позабыв попросить прощения. Внимание или встречи с прощающей вечностью, или страха, или понимания, или встречи с прощающей вечностью, или страха, или понимания, или встречи с прощающей вечностью.